Я же предупреждала, что платье надо было забрать к 2 часам. Теперь уже 5. Где оно? Ну, Ольга Викторовна. Никаких «но» в этом доме быть не должно. Я хотела сказать, что платье уже готово. Что же мне голову морочить? Несите немедленно. Даженька сейчас все принесет. Где Вера? У тебя в комнате. Тимур Иванович? Звонил, сказал, что задерживается. Приедет прямо туда. В общем, неудивительно. Ольга Викторовна! Вот платье. А туфли? А Верочка сказала, она сама выберет. Сама. Угу. Очень хотелось бы на это посмотреть. Что мы делаем? Я одеваюсь. Весьма смелое заявление. И что же мы выбрали? А, что-нибудь из этого. Вера, 21 год. Вот что-нибудь из этого не подойдет. Ты что, не понимаешь, насколько важно для тебя сегодняшнее мероприятие? Странно, что ты называешь это мероприятием. Не придирайся к словам. Ну, хорошо, назову это праздник. Так лучше? Потом там будет Борис. Прекрасный кандидат для того, чтобы занять место в семье великого Тимура Арсеньева. Я не понимаю твоей иронии. Это не ирония, мамочка. Я всего лишь выражаю свое мнение. Замечательно. Только сейчас у нас для этого нету времени. А когда у вас есть время, чтобы меня слушать? Всегда, Верочка, всегда. Для нас, папа, очень важно то, что ты думаешь. Только почему-то у нас диалога не получается. Ах да, у тебя же личное пространство. Нам туда дверь закрыта. Так что, извини, сегодня тебе придется вести себя так, как считаем нужным мы. Вот как? Только сегодня? А завтра? А через год? Вы никогда не перестанете это делать. Вы будете это делать всю мою жизнь. Хватит! Вот. Что это? Это то, что ты сегодня наденешь. Ты уверена? Вполне соответствует моменту. Что по поводу туфель? О! Правая. Правая. А я... Вне всяких сомнений. Ненавижу эти родительские собрания. Это хуже, чем 6 уроков отработать. А ты бы поменьше спорила с родителями. Раньше бы заканчивали. Ну как не спорить? Ну ничего, кроме своих проблем, ведь не видят. Ребенка не замечает. Откупится подарком дорогим. И кто вырастает? Потребители. Любовь Петровна, ты их не переделаешь. А нервы тратить – гиблое дело. Ты бы лучше за своей Надюшкой смотрела. Подожди, что моя Надюшка? Вот ты думаешь, что девочке в 14 лет нужно? Английский язык. 5 по географии, да? Да ей шмотки суперские нужны. На нее вон уже мальчишки заглядываются, а ноти черт знает, чем ходят. Блестишься, аж в глазах рябит. А что, если я сейчас все вот это возьму, сниму и отправлюсь на танцпол? Мне кажется, всем очень понравится. Вера! Когда ты успела так? Ну-ка, дай посмотреть. Вау! А твой Борис умеет делать подарки? Да. Не знаю, насколько он мой. Но то, что я его, он уверен на 100%. Ой, да что ты выпендриваешься? Мой, твой. Ты его любишь? Да, нет, не знаю. Нужно вариант подчеркнуть. А вы с какой целью интересуетесь? Да не волнуйся, Верочка. Твой Борис никогда не был моей мишенью. Вот он где. Отец приехал. Начинается. Мама, будь фейерверк. Я очень хочу фейерверк. Передай Борису. Это ведь не противоречит протоколу мероприятия. Что так распускаешься? Ты в
таком виде собираешься гостям показаться? Ну, вообще-то, мамуль, ты это платье мне сама выбрала. Я всего лишь пытаюсь ему соответствовать. Вера! Ой, Ольга Викторовна, я передам. Вер! Давай. А потом еще можно в киношку свалить. А что, она все равно на работе в это время. Только к Симе надо вернуться. А то у меня еще английский. Она уже дома. Перезвоню. Привет, мамочка. А я тут занимаюсь. Да, я вижу, чем ты занимаешься. А что? Это очень даже полезно. А я еще на голову умею вставать. Знаешь, как называется? Шершасовая. Помогает работе мозга. Видимо, не очень. По-английскому в четверти трояк. Почему намечается? Потому что это английский, а это йога. Я, кстати, еще могу волосы съесть. Хочешь, покажу? С удовольствием посмотрю. Только сначала покажи мне, пожалуйста, как полы мыть, пыль вытирать, картошку чистить, мусор выбрасывать, а потом за уроки садиться. Вы, Любовь Петровна, не мать, а мачеха. Я фея, только очень усталая. Поэтому не надо со мной спорить. А то ведь могу и в тыкву превратить. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наша Вера! С днем рождения тебя! С днем рождения! Вера! Дорогая моя доченька, вот ты и выросла. Как-то незаметно пролетели эти годы. Как будто вчера мы решали, в какую школу тебя отдать. А сегодня ты заканчиваешь университет. Совсем недавно я вел тебя за ручку в детский сад. А теперь совсем скоро поведу под венец. И я желаю тебе, чтобы твоя жизнь сложилась так, как этого хотелось бы только тебе. А мы всегда будем рядом. Я и мама. И Борис. И Борис, а чтобы тебе легко передвигаться по этой жизни, от нас маленький подарок. Спасибо. О, это ж Бэха, папа! С днем рождения! Поздравляю! Волшебный! Давайте выпьем за новую жизнь! Подожди, мне кажется, тебе хватит. Я хочу поднять бокал. За родителей! Прекрасный тост! Олечка, за тебя! За тебя, Тимур! Шестерочка? Шестерочка. Оля, мне нужно срочно уехать. Я потихонечку исчезну. Опять совещание? Да, боюсь, что надолго. Кто бы сомневался. Умница, ты все прекрасно понимаешь. Дочь, с днем рождения. Тимур Иванович? Да. Уходите? Да, дела. И следи за Ирой. Она слишком расшалилась. Хорошо. С днем рождения. Да, здорово, папуля сказал. Мол, выбирай себе все, что хочешь, а мы будем рядом на тот случай, если что-нибудь не то выберешь. А тебе бы хотелось, чтобы... А мне бы хотелось, чтобы мне никто в этой жизни не мешал делать то, что я хочу. А тебе мешают? Мешают. Потому что я папина дочка, мамина дочка, Борина невеста. Кто угодно и как удобно. Всем вокруг, кроме меня. Мне бы хотелось быть собой, просто Верой Арсеньевой, что сама по себе уже звучит гордо и весьма надежно. Малышек, а налейте нам еще такие. Я бы с удовольствием, но меня просили больше вам спиртного не предлагать. Да что, а кто? Я. А вы простите, кто? Тот, кому ваш отец, Вера Тимуровна, поручил за вами наблюдать.
Думаете, справитесь? Вряд ли. Все, я поехала. Куда? Как и советовал мне мой отец, в новую жизнь. Я же привыкла слушаться старших. Вера! Куда ты собралась? Я, по-моему, довольно ясно все объяснила. Что я опять не так сделал? Мне кажется, я делала все, как ты хотела. Слушай, а я теперь как порядочная девушка должна тебя отблагодарить? Что же для тебя сделать? Хочешь, я выйду за тебя замуж? Прекрасная идея. Только я думал, это будет высказано несколько в иной форме. Вот как опять не угодила. Даже не знаю, что мне теперь делать. Давай мы успокоимся. Прекратим это представление. Вера, пойми, есть определенные правила. Боря, ты пробовал когда-нибудь жить без правил? Вопреки. Куда ты собралась? Следите за руками. Я тут ехала. Больно? Да. Папа. Здорово, дочь. Папа. Я сбила человека. Что ты сделала? А где Борис? Я не знаю, наверное, в клубе остался. Пап, что мне делать? Адрес. Точно! А какой здесь адрес? Цветочная, 11. Цветочная, 11. Сиди в машине. Пап, ну тут девочка, у нее что-то с ногой. Я сказал, сиди в машине.
Запрись, молчи. Все. Тим, что случилось? Машенька, на сегодня совещание отменяется. А ты продержишься? Не знаю. Ну, и что это тут такое, а? А тут девочку сбили. Ты, что ли, постаралась? Нет, 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 я просто ехала, увидела. Да, сильно тебя припечатали. Угу. Больно? Угу. Ты хоть скорую-то вызвала? Нет, нет, нужно немножко подождать. А что ждать-то? Полицию звать надо. Как полицию? А как? Наезд. Давайте я ее сама в больницу отвезу. Вы мне поможете? Я заплачу. Ты ходить-то можешь? Понятно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Сколько я вам должна? Да погоди ты с бабками, дверь открой. А, да, дверь, дверь. Аккуратно. Аккуратно. Да, да, давай устроим общую уборку школьного двора. Угу. Ну, как субботник. Господи, мне Надька куда-то с мусором делась, растяпа. Подружку, что ли, встретила. Я организую всех, не волнуйся. Давай. Тебя как зовут-то? Надя, а тебя? Вера. Так. Перелом малоберцовый. Слава богу, без смещения. Что с этим делать? А вы, простите, кто ей будете? Я? Никто. Не понял. Она меня сбила. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданка Арсеньева Вера Тимуровна совершила наезд. Как же вы девочку-то не заметили, Вера Тимуровна? Я же вам объясняю. Понимаете, я когда с проспекта свернула, я сама не поняла, как... Добрый вечер, Вера Тимуровна. Вам не нужно отвечать ни на какие вопросы. Что значит, не нужно отвечать ни на какие вопросы? Вы кто такой? Я Северский Ефим Семенович, адвокат госпожи Арсеньевой. Подождите, адвокат. Секундочку. Да, Василий Андреевич. Да, я уже здесь, да. Да, как ваша фамилия? Петров, а что? Капитан Петров. Это вас. Алло. Так точно. Ну, мы по вызову. А, так точно. Понял. Вас. Спасибо. Да, Василий Андреевич, да, спасибо, дорогой. Да, да, да. А вы свободны, протокол можете оставить мне и, пожалуйста, пригласите дежурного врача. Садись и перестань плакать. Садись. Послушайте, во-первых, я не понимаю, на каком основании вы заняли мой кабинет? Во-вторых, она уже сама во всем созналась. Секундочку, секундочку. Да. Елена Борисовна, да, добрый вечер. Северский, да. Я в 30-й. А вот он как раз подошел. Подошел, да. Это вас. Слушаю. Здравствуйте, Елена Борисовна. Да ничего страшного, закрытый перелом. Наложили. Как отдать? Должен вам заявить, что я с вами категорически не согласен. Хорошо. Я подчиняюсь. Результаты проб можете оставить себе. Благодарю. А ты уверен, что я тебе там не нужен? Хорошо. Что там? Все в порядке. Спроси, как Вера. Я знаю, что спросить. Фима, как Вера? Хорошо, Вера. Если бы кто-то чаще бывал дома, такого бы не случилось. Тебе сказал, я был на работе. Блондинка. Странно, как у тебя с годами меняется вкус. Ну, что там у тебя? Не вижу никаких оснований для волнений. Ну, ситуация сложная, но вполне решаемая.
Конечно, я буду держать вас в курсе событий. Да не волнуйся! Да не волнуйся! Все нормально. Так. Да не волнуйся. Это явно мать пострадавшая. Сохраните спокойствие. Здравствуйте, я бы хотел с вами переговорить. Вот да. Я адвокат. А это где? Да вон она, голубушка. Как быстро адвокат нарисовался, а? Позвольте. Я не позволю. Погораживать будете, да? Чтоб получилось, что потом моя Надя замок не под колеса прыгнула, не получится у вас ничего. Ну-ка, отвечай быстро. При свидетелях, ты это сделала? Я спрашиваю, ты? Я это сделала. Ну зачем? Зачем ты созналась? Ведь это я ее сбила. Я действительно была пьяной. Ну только послушайте, что она говорит. Да ты хоть понимаешь, что все это для нас значит? Ведь все может рухнуть в одночасье. И университет, и свадьба с Борисом. Ну хорошо, если тебя не волнует твоя судьба, но вспомни, что у тебя есть отец, у которого выборы на носу. Ты о нем подумала, прежде вот, чем начинать каяться перед каждым встречным? Это же была ее мать. Своей матери тебе не жалко? Я ведь и правда виновата. Виновата, не виновата. Не тебе решать. Ефим? Пожалуйста, не будем тратить силы и нервы. У вас и так была довольно беспокойная ночь. Итак, у нас есть девочка по имени... Как ее? Надя. Девочка Надя, которая получила незначительную травму. Вера не скрылась с места происшествия, оказала помощь. И это плюс. Но есть проблема. Мама этой Нади, которая до сих пор находится в состоянии аффекта. Можно покороче. Короче, короче. Разговор с мамашей я беру на себя. Но понадобится некоторые денежные средства. Вера, я вас очень прошу. Ведите себя спокойно, как будто ничего не произошло. И, пожалуйста, больше никому ни о чем не рассказывайте. Я думаю, вам есть заняться чем в это время? Да, нам есть чем заняться. Ну, чудесно. Пусть к свадьбе готовится. Какая свадьба, мама? Никакая ваша свадьба мне не нужна. Прекрати истерить. Ну как? Мне тяжело. Я устала. Надя, ну я не могу школу оставить, ну. Может, мы папе позвоним, а? Он нам поможет. Садись, отдохни. Никакому папе мы звонить не будем. Спина. Любовь Петровна, буквально минутку. А вы из родительского комитета? Ах, это вы. Всего лишь я. Но хочу с вами согласиться, вы абсолютно правы. Вся наша жизнь – это один большой родительский комитет, где нам совершенно не безразличны судьбы наших детей. Если вы пришли меня уговаривать, это совершенно безнадежное занятие. И извините, пожалуйста, я спешу. Любовь Петровна, ну, мне кажется, не нужно вам торопиться. Я думаю, что нам нужно все обсудить в спокойной обстановке. Что да? Обсудить? Ну, ситуацию и пути выхода из нее. А мы вдвоем будем обсуждать или как ее это? Вера тоже ну, будет с нами. Ну, если это ваше обязательное условие. Обязательное. То... Обязательное. Значит, договорились. Уверен, что эта встреча вам так же важна, как и нам. Борис Николаевич, проходите. Я сейчас Верочку позову. Как она? Жива, ногу сломала. Слава Богу. Это все? Ну, о чем ты? Как ты себя чувствуешь? Нормально, как может чувствовать себя человек в моей ситуации. Все это очень не вовремя. Очень не вовремя. У Арсения выбора на носу, а тут ты со своей историей. Я надеюсь, об этом еще никто не знает. А для тебя это так важно? Верочка, от этого зависит не только мое, но и твое благополучие.
Если Тимур Иванович победит, то я займу его место. А жена президента холдинга звучит гораздо лучше, чем просто дочь. Холдинги, выборы. Ты понимаешь, что я могла ее убить? Хватит! Убить, не убить. Не убила, радуйся. Чему? Потому что девочка могла остаться инвалидом? Останется, будем лечить. Единственный, кого здесь нужно лечить, это ты. Вера, Вера, Вера. Ну, прости меня. Для меня просто это тоже очень неожиданно. Я очень-очень испугалась. Ты не волнуйся, папа все уладит. Ладно, я пойду, мне еще переодеться надо. Да, иди. Гардеробчик сменить бы надо. Ну да, ты же все-таки в ресторан идешь, а не на родительское собрание. Ну я не развлекаться иду туда. Ладно. Слушай меня сюда. Значит так, ты там ни на что сразу не соглашайся. Поторгуйся для начала, да? Мне ничего не надо от них. Конечно, не надо. У нас же все есть, правильно? Интерьерчик в квартирке, прямо скажем так себе. Ванна ржавая, да? Но это ничего, это ладно. Самое главное, чтобы совесть чистая была. Ну при чем тут это? Ты понимаешь, что это твой шанс, что они сейчас на любые условия твои пойдут только, чтобы дочь свою отмазать, да? Люба, а может быть ты сережки наденешь? Ну, у тебя же были такие золотые, симпатичные. Были. Продала, что ли? И если бы. Муженек бывший заходил к Наде, пока меня не было. Стащил, наверное. Мама, он ни при чем. Ладно, что я не знаю его. Но... Мам. Ну, подождите, сапоги еще на каблуках. Не поможет. Прошу вас. Спасибо. Мне сегодня что-нибудь полегче. Салат с продуктами. Что-нибудь для вас? Нет, спасибо. Ничего не нужно. А принесите нам бутылочку испанского. Бокал мне. А Верочке кофе. Ты же будешь кофе, да? Да, с молоком. Ефим Семенович. Мое присутствие обязательно? Только лишь до того момента, когда она согласится. И, пожалуйста, не вступайся ни в какие разговоры. Любовь Петровна! О, вы великолепно выглядите. Прошу. Здравствуйте. Присаживайтесь. Прошу. Девушку здороваться не приучили. Ну, ради бога, простите ее. После всего случившегося у Веры тяжелая депрессия, и она... Если депрессия, так, может, мы отложим встречу нашу? Извините, я немного растерялась. Здравствуйте. Прости. Ну, вот видите, как все хорошо. Любовь Петровна, я очень рад, что мы с вами встретились, и надеюсь, что найдем взаимопонимание. Может, закажете что-нибудь? Здесь очень неплохая кухня. Нет, я сыта. Давайте к делу перейдем. Ну, мы, собственно, уже перешли. Вам нужно подписать... Вот это досудебное соглашение. Что подписать? Соглашение о том, что у вас нет претензий к Верочке. И все? Ну, почему же все? Здесь также предусмотрены наши расходы на лечение Наденьки. Реабилитация в любом санатории по вашему выбору. Также мы считаем справедливым возместить вам моральный ущерб. Поэтому к этому соглашению прилагается некая сумма. И я думаю, что статус-кво будет восстановлен. А девушка так и останется безнаказанной. Ну, я думаю, что после всего, что произошло, Вере вряд ли придет в голову сесть за руль не то, что в пьяном, даже в трезвом виде. Это вы так думаете, а она-то что по этому поводу думает? А вам так хочется, чтобы я была наказана? Честно. Честно, мне очень хочется дома сидеть и помогать делать уроки здоровой дочери. У нее еще и в школе проблемы. Надеюсь, я здесь ни при чем? Я так и думала. Я так и думала, что наша встреча ни к чему хорошему не приведет. Нет, у меня была надежда, что у нее осталась хоть капелька совести. И в ее головку придет мысль хотя бы извиниться за то, что она сделала. Любовь Петровна, я понимаю ваше состояние, но вы должны понять Верочку. Нет, я не могу.
Нет, я не могу понять ни Верочку, ни родителей ее, которые вас туда послали. Слушайте, вы не имеете никакого права оскорблять моих родителей. Они честные, порядочные люди. Глядя на вас, этого не скажешь. Пожалуйста, я призываю вас успокоиться. Любовь Петровна, Вера, сядь и немедленно извинись. И не подумаю. Здесь у меня тоже мало времени. У меня дома больной ребенок, за который нужен постоянный уход и наблюдение. Нет проблем. И домработница, и сиделка будут вам предоставлены. Вот если бы она была этой сиделкой, домработницей, чтобы на собственной шкуре понять, что же это такое, ответственность за свои поступки, тогда, может быть, был бы какой-то разговор. Ну, позвольте, это же бред. Почему бред? Пускай завтра без 15:08, потому что в 8 я ухожу на работу. Она будет у меня. В противном случае вас ждет суд. Вот так. Моя дочь домработница. Ефим Семенович, вы в своем уме? А при чем здесь я? Это ненормальная географичка. Ты мне гарантировал быстрое решение проблемы. Утром я улетаю в округ на встречу с избирателями. А что мне вот с этим предлагаешь делать? Я сам буду у нее в 8 утра. Мне нужно было помочь. Я полагаю, что на эту малую адекватную особу нужно надавить чуть сильнее. А как надавить? Что значит надавить? Подождите, а что собираетесь делать? Вера, пожалуйста, отправляйся к себе и не задавай ненужных вопросов. Конечно, мама. Ты куда звонишь? Полиция. Дай сюда телефон. Дай сюда телефон. И прекрати поясничать. Сядь. Если бы кто-то не решил, что ему все дозволено, мы сейчас бы не занимались этой проблемой. Слишком легко, моя дорогая, тебе все достается. Что все? Я вас хоть что-нибудь просила? Вы же не спрашиваете, все сами даете. А теперь попрекаете. Ну так заберите у меня все, что мне так легко давалось. И оставьте меня в покое. Я сама разберусь. Слушай! Я стал слушать твой бред. Сама. Ты инфантильная, неблагодарная особа, которая возомнила себя пупом земли. Рассуждаешь о самостоятельности. Сама чашку не можешь с собой помыть. Ты должна усвоить, что на свете существуют определенные правила, по которым живут все нормальные люди. Нормальные, Вера! А не те, которым всем и на все наплевать, кроме себя. Фима, что ты меня смотришь? Делай так, как считаешь нужным. Понял. Ну вот, сейчас обрежу твои штанишки. Будет удобно с гипсом носить. Ну вот художества твои уже не прикроют. Ну и что? По-моему, так красивее. Красивее. Какая разница? Большая. Уроки бы лучше делала, чем ерундой заниматься. А зачем мне уроки? Я теперь инвалид. Дурочка ты. Я, похоже, тоже. Мам. А ты серьезно решил ее в тюрьму посадить? Маша, я буду в аэропорту через час. Машина за тобой уже пошла. Если я не ошибаюсь, у тебя встреча с избирателями? Совершенно верно. Спасибо. И это Маша. Твой новый пиар-менеджер. Референт. Блондинка. Какое это имеет значение? Боюсь, для меня уже никакого. Тоня, разбуди Веру. А Вера уже час назад как уехала. Уехала? Куда? Она не сказала. Мам, я поела! Тарелку поставь в раковину. Мам, я не дотянусь. Понимаешь, как мы с тобой целый месяц протянем, а? Ну
Значит так, картошки я нажарила, суп в кастрюле. Понятно, что посуду не помыла. Может быть, ты как-нибудь аккуратненько постараешься? То есть ты мне предлагаешь со сломанной ногой еще и посуду мыть? А что это за тон-то вдруг? Да потому что. Думаешь, мне легко здесь одной по квартире скакать? Вот ты сейчас уйдешь на целый день, а мне что прикажешь делать? Уроками займись. Телек не смотреть, по телефону не болтать. У тебя там, кстати, денег мало. Так положи, пожалуйста. А то я тут умру от скуки и печали. От тоски и печали. Книжки надо читать. Тогда будешь классику точно цитировать. Давай, я постараюсь пораньше. Да сегодня понятно. А завтра? А через неделю? Мам, позвони папе. А? Он мой отец. Я хочу, чтобы он был рядом. А больше ничего не хочешь? Хочу. Хочу кабриолет. Хочу планшет, как у Даши. Только это нереально. А вот папа... А папа тоже нереально. А, все, пока. Ну, мам! Мама, мне нужна его помощь! Доброе утро, Любовь Петровна. Доброе утро. Собственно, что вам здесь надо? Просто вчера между нами возникло некоторое недопонимание. Вот, пришли объясниться. Один, боитесь, не справитесь? Помощника с собой взяли. Мам, кто там? Это ко мне. Да нет. Это со мной. Свободно. Вера Тимуровна... Ничего себе. А ты как к нам? Не бойтесь. Я сегодня не за рулем. Ну, с какой комнаты мне начинать? Что начинать? Ну как что? Глажку, уборку, стирку, горшки выносить. Что вы там для меня еще придумали? Я, так сказать, готова заступить на трудовую вахту. Любой каприз по вашему желанию. Или, может быть, все-таки разум победил? И вы готовы обсудить новые условия? Хотите поднять ставку? Скажите мне, я позвоню адвокату, он наверняка где-то рядом. Слушай, ты пошла вон. Любовь Петровна, послушайте, я понимаю, что вы хотите меня наказать. Так вот она я. Наказывайте. Иначе из-за моего поступка могут пострадать невинные люди. А у моего отца будут большие неприятности. Но это же несправедливо. Вы только люди, нормальные люди. Они же думают до того, как они что-либо совершили, а не после. Есть такое правило? Будем считать, что урок морального воспитания вам удался. Я все усвоила, готова приступать к работе. Говорите, что делать. Вы не волнуйтесь, я девочка способна. Хамка только. Извините. Доброе утро, Любовь Петровна. Так лучше? Хорошо. Хорошо. Ладно. Хорошо. Значит, так у меня там посуда немытая, белье замоченное в ванной, вот пыль в гостиной. Это все? Это? Все. Все, пока все. В 6 часов я приду и все проверю. Понятно? Понятно. Хорошо. А вот мне... Мне ничего не понятно. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит? А что здесь происходит? Ничего не происходит. Я просто помогаю твоей маме по хозяйству, пока ты больна. Правда, Любовь Петровна? Во-первых, я не больна. У меня только нога. А во-вторых, вы меня что, за дуру держите? Объясни, пожалуйста, вот это. Что объяснять? Мы сейчас говорили, тебе помощник нужен. Вот, пожалуйста, тебе помощник. Правда, сомневаюсь, что она вообще что-либо умеет делать. Ну, ты тоже не грудной ребенок. О, все, это я опаздываю. Мам! Ну, куда мне вещи взять? Какие вещи? Ну, я же здесь жить собираюсь. Как жить? Ты должен немедленно поехать туда и вернуть Веру домой. Я никуда не поеду. То есть ты предлагаешь это сделать мне? И тебе это делать не надо.
Значит, ты вот так просто соглашаешься с тем, что моя дочь будет в рабстве у какой-то сумасшедшей учительницы? Я ее туда не посылал. Пусть сама решает свои проблемы. Тем более вина ее очевидна. Захотела самостоятельности? Пусть теперь узнает, какова ее цена. Пусть сама ответит за свои идиотские поступки. Так, все, моя дорогая, мне уже пора. Ну, конечно, тебе всегда пора. Только имей в виду, я этого так не оставлю. Я сказал, ничего не предпринимай. Жди, когда я вернусь. Нет, я... Я сказал, сиди дома и жди меня. Да, минимализм в своем первозданном виде. Чё? Да ничего, а что? Места маловато, говорю. Мне хватает, а на тебя здесь никто не рассчитывал. Так что, если тебе что-то не нравится, извини. Все нормально. А ты-то серьезно? Ну, в смысле жить? Ну, а почему нет? Вера, а давай ты пойдешь домой, а я маме скажу, что я тебя сама отпустила. Мама, совсем не боишься? А чего ее бояться? Ну, так договорились? Нет, не пойдет. Ну, так куда мне вещи деть? Не знаю. Сама говоришь, места мало. Да ладно, мало, вон какой шкаф. Ничего смешного, они старые. Говорю же, старые. И вообще нечего рыться в чужих вещах. Там полка свободная, туда вещи положи. Понятно. Нравится? Что тут может нравиться? Можно подумать, я лифчиков не видела. Ух ты! Хочешь померить? А можно? Конечно. Где у тебя зеркало? А у меня нет, только в прихожей. А вот это неправильно. У каждой девочки в комнате обязательно должно быть зеркало. Мама говорит, это не обязательно. Твоя мама вообще большой специалист по части... Моя мама? Заслуженный педагог. А тебе пора мыть посуду. Да, больная это у нас с характером. Да, я трудный подросток. Где кухню показать? Я не соглашусь.